особенно молодости. Но красоту поддерживала в пределах отставки звезды до самой старости. А красота была своеобразная. Значит, красавицы русские того времени очень сильно сурдили сажей брови, чтобы были как свободны. Вы не верите на меня, сами на того же поволоку, а я на себе должна показывать. Русские красавицы того времени светлые красили вот себе такие круглые щечки. Представляете? Дальше. По новой европейской моде носили юбки на кринолине. Юбки эти были радиусом кринолина. То есть это никакой на моей. Ну, не надо. И при этом стягивалось туго-туго, я даже закатываюсь.